У GetX появилась новая краш-игра. 1000 рублей каждый час. 100 рублей за репост. 50% к депозиту. Забирай на GetX. Короче, насчет того, что если ты будешь контент делать, то нам будет нечего делать. Я угорал с того, что я стримил 25 часов или сколько. И ну, для того, чтобы мне получить просмотры, которые у Пардея часа там... Я журовка, если что. Не, я... Просмотры, за которые у Пардея часа полтора часа или за два, мне нужно стримить 25 часов, типа. Ну, ты ебать жестко. Ну, блядь, год назад у нас было то же самое, что и у вас. Я не говорю, что это с нихуя, я просто говорю как факт, что, ну, красавчик. Вы ебать быстро залетели. Вообще, вот с нихуя. У всех, ну, просто в моменте они бамс и все, да? Мы ебашили с Продевичем, как суки, блядь, по отдельности, ну, через все проходили, а вы все на готовенькое. Да я сосал же. Не, ну на самом деле... На самом деле это нормальная тема, приятная, типа... Ну не то, что ты сосал, а в плане того, что ты это самое... То, что вот были медиа нищета, но вообще, типа, в медийке не было ни Ели, по факту, ни Гришани, у Дилблинчика нихуя не было. Я надеюсь, что мы как-то повлияли в том году на вот это. Нихуя себе как-то, блядь. Жестко. Ну, я, знаешь,